Апноэ Клаб Горький представляет. Привет, друзья! С вами команда Апноэ Горький! По вашим многочисленным просьбам в этом году мы запустили направление детского фридайвинга. И мы рады представить вам нашего инструктора по детскому фридайвингу, мастера спорта Сазонова Юлия. Друзья, теперь у ваших детей появилась возможность научиться нырять на задержке дыхания и делать это с удовольствием и комфортом. У них появилась возможность побороть страх воды, научиться чувствовать себя под водой комфортно, а также оздоровиться. И поэтому приводите, пожалуйста, своих детей на фридайвинг, потому что фридайвинг – это прекрасно. Занятия фридайвингом позволяют вашему ребенку не только получить навыки ныряния на задержке дыхания, но и многие другие навыки. А ведь уже на базовом курсе, на самом начальном этапе, мы обучаем ребенка дыхательным упражнениям с некоторыми йоговскими элементами, пранаямам. И это необходимо для как подготовительного дыхания, так и восстановительного дыхания. И когда ребенок приобретает эти навыки, он научается чувствовать свое тело, управлять своим напряжением, своим расслаблением и своими психическими процессами. А затем он, конечно же, переносит все эти умения на другие сферы своей жизни, на учебу в школе, на другие занятия, которыми он занимается, на свое поведение. Когда ребенок занимается фридайвингом, у него расширяется жизненная емкость легких, улучшается эластичность сосудов головного мозга, сердца. И таким образом все клетки организма начинают лучше воспринимать кислород. И это не только оздоравливает вашего ребенка физически, но и расширяет его творческий потенциал, делает его вообще более функциональным. Дети, которые долго увлекаются фридайвингом, погружаются в это занятие, они уже потом сами делают в своей жизни выбор. Выбор в сторону здорового образа жизни, в сторону любви к природе и взвешенного, спокойного поведения. И вам уже не надо будет доказывать и внушать ребенку, что это хорошо, а он сам это выбирает. Сазонова Юля – сертифицированный инструктор по системе Молчанов Kids, единственный в Нижнем Новгороде. А это значит, что с ней ваши дети будут в полной безопасности. Приходите сами и приводите своих детей. Будет очень интересно и полезно для здоровья. Любите фридайвинг, занимайтесь фридайвингом, дышите глубже. Ваша команда «Апноэ Горький».